Март 2022-го. Спортивно-культурный комплекс «Галактика», «Океанариум Акватика». Этот день Марина Литвинчук не забудет никогда. Ведь среди гостей Валентина Матвиенко и Наталья Комарова. Одним из самых почетных гостей была, конечно же, Валентина Ивановна Матвиенко. Конечно, не забудется это никогда, особенно наша подготовка к встрече с ней. Ну, я на самом деле не переживала, несмотря на масштаб нашего гостя, потому что я понимаю, что прежде всего они пришли ко мне в гости на мою территорию, поэтому волноваться не о чем. Тем более, то, что когда материал знаешь, ты не боишься уже никаких вопросов. Быть, как говорится, в материале всегда не заучено повествовать, а увлекательно, интересно рассказывать. И, конечно, быть всегда в отличном настроении. Вот, по версии Марины Литвинчук, формула успеха каждого экскурсовода. В спортивно-культурный комплекс «Галактика» она пришла в 2017-м. Сюда Марину привело врожденное чувство любознательности. Теперь же девушка из каждой своей экскурсии делает настоящее интерактивное шоу. А бывает ли то, что когда вы кормите там скатов, кусают вас? Сейчас, секундочку. Тут все, любимица пришла. Очень часто получаешь приятные действительно отзывы. Очень мне запомнилась одна группа. Большая группа мужчин, по-моему, они были у нас из Росатома, и они в конце прям одарили меня аплодисментами и сказали, что действительно им все очень понравилось. Хотя мы вышли из тайминга ровно в половину, чем нам нужно было, но никто не возмутился, потому что действительно и локация у нас интересная, вообще сама экспозиция интересная, ну и рассказ, как они и сказали, был тоже интересен. Каждый рабочий день экскурсоводов спортивно-культурного комплекса «Галактика» – это море предложений и океан идей. Ведь быть проводниками в самые уникальные туристические зоны Югры – это ответственность и постоянный стимул. Поэтому Марина Литвинчук и ее коллеги вновь и вновь стараются удивить своих постоянных и новых посетителей. Ведь экскурсия должна быть не просто интересной, а вовлечь человека в мир подводных глубин и экзотических тропиков. Еще один повод для гордости Марины Литвинчук. Только ее и слушает самый строптивый и звездный житель оранжереи, говорящий попугай кокос. А свой профессиональный праздник девушка вместе с коллегами встречает на любимой работе. На самом деле мы не особо практикуем отмечание дня экскурсовода. Мы обязательно друг друга поздравляем в своем коллективе, выпьем немного чаю, съедим вкусные пироженки и дальше отправимся работать. Опять же, уже люди просыпаются, скажем так, после новогодних праздников и готовится уже ажиотаж к дню защитника Отечества. Поэтому народу все больше и больше. И обязательно приходите к нам. Все наши экскурсоводы, они профессионалы и с радостью с вами поделятся своими знаниями. Иными словами, покой Марине Литвинчук и всем экскурсоводам «Галактики» только снится. Но сами же тревел-рассказчики признают, размеренные, спокойные рабочие будни не для них. Ведь для каждого экскурсовода его профессиональная деятельность – это не способ заработка, а образ жизни. Никита Рогозин, Николай Гаркуша. Наши города.